Чем крепче мороз, тем сильнее ощущается новогоднее настроение. И даже в минус 20 участники активного долголетия выходят на улицу, чтобы принять поздравления с наступающим праздником и отправиться на очередную экскурсию по Подмосковью. Поздравить активных пенсионеров приехали Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, дедушка! С наступающим вас Новым годом! Как и полагается, сказочные персонажи приехали не с пустыми руками, а с полным мешком подарков. Подходим! Дедушка подарил участникам клуба «Активное долголетие» немного волшебства, а также сладкие гостинцы. К поздравлениям присоединились и депутаты городского округа. Самое главное, да главное, что мы вместе. Вот с этой целью и сделала администрация нам вот этот дом. Правильно я говорю? Поэтому я большего не скажу, я всегда с вами. Зарядившись праздничным настроением, участники клуба отправились на экскурсию. Поздравление членов клуба «Активное долголетие» – один из примеров многочисленных мероприятий, которые организованы в Химках в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке главы города и муниципальных депутатов. В городе оборудованы места для активного отдыха и спорта горожан, где можно отлично провести время детям и взрослым, в их числе праздничные площадки в парках, катки, лыжные трассы и так далее. С наступающим 2022 годом!